Я здесь. По вашему приказу. Похоже, что пещера образовалась позже, после того, как все развалилось. Готов к действию. Готова отправляться. Плитка в этих ямках напоминает пол в туалете. Хватит кричать! Тут все кишит гетами! Простите, я немного... Меня зовут доктор Лиара Тессони, и я археолог. Слушайте, это поле, в котором я застряла, британское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться отсюда? Как вы там оказались? Я исследовал руины. Потом показались геты, и я спряталась здесь. Вы можете в это поверить? Геты по эту сторону вуали. Я активировала защиту башни. Я знала, что барьер их задержит. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить, пожалуйста. Ваша мать работает на Сарана. На чьей вы стороне? Что? Я не на чьей стороне. Пусть я дочь Бенезии, но я не такая, как она. Я не говорила с ней много лет. Пожалуйста, просто выпустите меня отсюда. Надо найти способ обойти силовое поле. Это британский барьер. Я знала, что он защитит меня от гетов. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку.
Вы должны меня вытащить, пожалуйста. Мы придумаем, как вам помочь. Здесь есть панель управления. Она должна отключить устройство. Вам нужно как-то обойти барьер. Это и есть самое сложное. Отключить защиту снаружи невозможно. Как вам сюда попасть, я не знаю. Будьте осторожны. С гетами был один Кроган. Они пытались преодолеть барьер разными способами. Thank you.
Как вы сюда попали? Вы все-таки нашли способ обойти барьер? Нам надо вывести вас, пока не подошли геты. Да, вы правы. Их тут больше, чем достаточно. Вон та кнопка должна отключить поле, которое меня удерживает. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нем мы сможем подняться. Идемте. Я все еще не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Вы специалист по протеанам. Наверное, он хочет, чтобы вы помогли ему найти его. Канал? Но я не знаю. Это еще что за черт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Надо спешить. Тут все рушится. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом! Есть, капитан. Корабль в воздухе. Расчетное время прибытия 8 минут. Ему надо поторопиться. Если вы не заметили, тут сейчас все рухнет. Что? Страшно, ребятки? Спасибо, что отрубили энергетический барьер. Давайте сюда доктора. Что вам нужно? От меня вы ничего не получите. Нечего терять время на этого дегенерата. Оружие к бою! Хороший подход. Thank you.
Гребаный штуцер. Мы чуть не спалили нашу птичку, капитан. Еще 10 секунд и резвиться бы нам в расплавленной сере. Нормандия, конечно, не говна кусок, но она не приспособлена для посадки на извергающиеся вулканы. Это так, на будущее. Мы там чуть не погибли, а ваш пилот шутит? Джокер вытащил нас оттуда. Думаю, он заслужил право на пару плоских шуток. Понимаю. Должно быть, таков человеческий менталитет. У меня немного опыта общения с вашей расой, капитан. Но я вам благодарна. Вы спасли мне жизнь, и не только от вулкана. Геты убили бы меня или притащили бы к Сарану. Что Сарану нужно от вас? Вы что-то знаете о канале? Только то, что он как-то связан с исчезновением Протеан. Это сфера моих исследований. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Каков же ваш возраст? Не люблю об этом говорить, но мне всего 106 лет. Черт! Вот бы мне так выглядеть в ваши годы! Для таких недолговечных видов, как ваш, 100 лет может казаться долгим сроком, но по меркам Азари я считаюсь едва вышедшей из поры детства. Поэтому моим исследованиям и не уделяли достойного внимания. Другие ученые Азари обычно отметают мои теории из-за того, что я слишком молода. У меня есть собственная теория того, почему исчезли протеане. При всем моем уважении, капитан, мне известны все существующие теории. Проблема состоит в поиске доказательств. Протеане чрезвычайно мало оставили после себя. Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана. Словно после вымирания протеан кто-то прошелся по галактике и уничтожил все улики. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, протеане были не первой в галактике расой, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Как вы пришли к подобным выводам? Я думала, свидетельств не осталось. Я проработала над ними 50 лет, исследовала каждую крупицу. В конце концов начала появляться еле заметная связь, лишь слабый намек на истину. Это трудно объяснить. Я не могу предоставить конкретных доказательств. Это больше похоже на ощущение, порожденное полувеком тщательной научной работы. Но я знаю, что права, и рано или поздно смогу это доказать. До протеан существовали другие цивилизации. Этот цикл повторялся много раз. Если протеане не были первыми, тогда кто? Я не знаю. Даже о протеанах почти нет никаких свидетельств, но об их предшественниках и того меньше. Я не могу обосновать свою теорию, но я знаю, что права. Галактика строится на цикле вымирания. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко разрушают, остаются лишь руины. Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения, ретрансляторы и цитадель, основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Их уничтожила раса разумных машин, пожинатели. Пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства? На Иден Прайм мы нашли поврежденный протеанский маяк. Он выжег в моем мозгу видение. Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит. Видение? Да, понимаю. Маяки предназначались для передачи информации напрямую в сознание пользователя. Найти работающий маяк удается крайне редко. Неудивительно, что геты напали на Иден Прайм. Шанс получить действующий маяк, пусть даже сильно поврежденный, стоит любого риска. Но маяки предназначались для взаимодействия лишь с физиологией протеан. Полученная вами информация наверняка должна быть спутанной и неясной. Я удивлена, что вы смогли понять хоть что-нибудь. Слабый разум мог бы быть полностью разрушен при взаимодействии. У вас должно быть очень сильная воля, капитан. Этим вы не помогаете нам найти Сарана и канал. Конечно, вы правы. Простите, мною овладело любопытство ученого. К сожалению, у меня нет информации, которая помогла бы вам найти канал или Сарана. Я не знаю, зачем Саран хотел добраться до вас, но думаю, мы поступили правильно, взяв вас с собой. Спасибо, капитан. Саран снова попытался бы найти меня,
А место безопаснее, чем ваш корабль, я не могу придумать. Мои знания о протеанах могут пригодиться вам в будущем. А ее биотическая сила пригодится, когда начнется заварушка. Добро пожаловать в команду, Лиара. Спасибо, капитан. Я вам очень благо... Ох, у меня вдруг закружилась голова. Когда вы в последний раз ели? И спали? Пусть доктор Чак вас осмотрит вас. Думаю, это просто умственное истощение в сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе протеан. Мне нужно время, чтобы все это осознать. Хотя медицинский осмотр мне не повредит, к тому же у меня будет возможность еще раз все обдумать. Мы с вами закончили, капитан? Мы поговорим после медосмотра. Все свободны. Отчет о ходе миссии подготовлен, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Мы получили ваш рапорт, капитан. Я так понимаю, доктор Тессони находится на Нормандии? Я полагаю, вы предприняли все необходимые меры предосторожности. Лиара на нашей стороне. Геты пытались убить ее. Беназия ни за что не дала бы Сарану убить свою дочь. Что, если она не знает? Или, может, это мы ее не знаем? Мы никогда не ожидали от нее предательства. Во всяком случае, миссия увенчалась успехом. Если не считать полного уничтожения крупного памятника протеанской архитектуры. Это было необходимо, Шепард? На этих развалинах было полно гетов. Нам повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Конечно, капитан. Выполнение задачи всегда имеет первостепенную важность. Удачи, капитан. Не забывайте, что мы все рассчитываем на вас.